Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел показать, как я сделал, ну, прикорм, грубо говоря, маленьким поросятам, как получаем. Вот кормушка для свиноматки, а вот кормушка для поросятки. Сейчас они придут с прогулки. Посмотрите, как они будут. Ну, пришли. Загоняй, Леха, дверь закрывай. Значит, поросяткам месяц и там что-то, месяц и там неделя, что-то такое чуть больше. Так, куда ты застрял, ты жопа? О, и теперь смотрите, у них есть прекрасный доступ. А ну, покажи жопу свою, убери худосочную. Свиноматка у нас немножко похудала. У них он прекрасный доступ к кормушке, к своей еде. То, что там они залазят туда с копытами, не смертельно, выедают отлично. Выедают в ноль, все вылизывают, потому что молодые, озорные, для них им только дай. Мамка кушает отдельно, потому что делать одну кормушку для всех, ну, я думаю, будет неправильно, потому что мама все-таки посволочнее, она их будет выбрасывать, будет летать тут по всей клетке. А также у них в отдельно стоящий углу ихнем, ихняя кормушечка, они спокойно пришли, покушали, маму подоили и довольны спать увалились. Так что вот так вот в любом случае надо вторую кормушку делать для того, чтобы малышата получили, начали получать свою еду. Не, ну ты вообще нормально, я ж тут стою, загнала меня в угол. Это, смотрите, этому не надо прикорм. Ты молочный брат. И слышишь, звуки там издают, как будто он там присосался такому к чему-то. Ну, походи сюда, кастрюлька с мясом. Вот смотрите, повырастали. Оп. Что еще хочу сказать? Держу, где-то буду держать их, наверное, до 2 месяцев. Ну, может, чуть меньше, вместе с мамой. Потому что, ну, в любом случае, мамино молоко – это самый лучший прикорм. Не взлетают никакие, ни гранулы, никакое вот это вот сухое молоко, ничего. Мамино молоко все равно лучше. Поэтому прикорм прикормом, а возле мамы лучше поддержать. Поэтому еще хочу отметить один момент. Если покупаете поросят на рынке, лучше взять, чтобы они были не ровно в месяц, а то есть такие в 4 недели выставляют на продажу, лучше передержать их. Я поначалу тоже там, да вот в месяц их хорошо, да нет. В месяц не очень хорошо, в месяц они немного еще не вполне там, ну как бы, желудок будет хорош, да, тупо не развился еще нормально желудок, и соответственно нормально переваривать то, что они сидят, у них не получается, им надо немножко времени еще, хотя бы дней 45, а лучше 2 месяца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, тетя, пропусти меня. Выпускайте меня отсюда. Всего доброго.